Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбунчук. Зараз говоримо про об'єднання рестораторів Дніпра, яке називається «Перемога». Воно наразі шукає додаткових виробників та партнерів, так, власне, для забезпечення їжею захисників та переселенців і для подальшої взагалі діяльності всього волонтерського фонду. Сьогодні в наших гостях Анастасія Логутенко, засновниця команди волонтерів «Перемога», та Руслан Буряк, член команди волонтерів «Перемога» та представник закладу «Модерна». Я вас вітаю. Вітаю. Ну що ж, пані Анастасія, почнемо з вас. Розкажіть, будь ласка, давайте згадаємо, як починалася така діяльність, як збирали рестораторів Дніпра. Начиналось все, наверное, очень хаотично, потому что очень неожиданно наступила война, и утро 24 числа. И, собственно, первый день он прошел как-то так очень сумбурно, и скорее больше в страхе и в решении личных вопросов бытовых. А 25 утром к нам позвонили, у нас в агентстве работал водитель наш личный, и он пошел в ТРО служить, и позвонил к нам с просьбой покормить их едой. И, собственно, так и началась наша деятельность. С первых 60 человек мы связались с рестораторами, с которыми дружили, общались, или которые были нашими клиентами. И, собственно, вот так вот первый ресторан начал готовить еду в первый день войны для команды нашего водителя. А потом начали поступать входящие. И, честно говоря, я не заметила, но к концу первой недели мы, наверное, кормили уже 1500 человек. Я помню, что 25 числа я просто начала всем звонить и спрашивать, готовы ли вы выходить на работу рестораторов, готовы ли вы работать, как еще не знаю, но нужно что-то делать. И мы собрались тогда, помню, 25 в Бруксе. Руслан позвонил мне сам, он бы тогда находился в Одессе. И Руслан позвонил мне и сказал, я выезжаю в Днепр, нужно что-то делать. Я говорю, мы тебя ждем, мы уже начали, нам нужна помощь. И, собственно, день, наверное, на пятый мы переехали и обосновали наш центральный штаб в Модерне, в которое было место и для офиса, и для штаба, и для приготовления еды, и для склада, что было очень важно в тот момент. Это найти помещение для склада. Нам любезно предоставило помещение торговый центр «Фабрика», безвозмездно склад. И, собственно, так мы начали нашу деятельность. К концу второй недели мы, наверное, кормили уже в районе 4000 человек, потом 6000 человек. Были моменты, когда мы кормили 7000 человек в день. Сейчас, наверное, такое равное, стабильное число до 6000 горячих обедов ежедневно. Скажіть, будь ласка, спочатку, перші тижні була кількість 20 ресторанів, входило до об'єднання. Скільки наразі? Ну, сначала, наверное, было 5. Потом они присоединялись, да, и в наших официальных пресс-релизах это 20 ресторанов, сейчас это 17 ресторанов, потому что один из ресторанов закрылся и не функционирует, потому что не получилось договориться с арендодателями, а плюс немножечко упал объем. И те рестораны небольшие, которые открылись, да, они не способны на своих маленьких. Не каждое заведение может работать и на клиента, и на благотворительность. То есть есть заведения, которые, открываясь для клиентов, могут продолжать работать и готовя благотворительные обеды. А есть небольшие рестораны, небольшие заведения, которые там первый месяц войны, там первые 45 дней войны готовили исключительно на фронт для переселенцев, для теробороны и так далее. А потом жизнь начала восстанавливаться в Днепропетровске, да. Вы сами видите, многие заведения открываются и работают для гостей, поэтому не все просто физически могут работать сразу на два фронта, на мирный и на благотворительный. Поэтому как бы мы реструктуризировались, плюс несколько упал объем. Мы раньше кормили очень много ЗСУ, теробороны, нацгвардии и так далее. Сейчас это очень маленький объем, мы практически сконцентрированы на 85% на мирном населении. Поэтому, так как ушел еще огромный пласт военных, которые теперь на самообеспечении, на полевых кухнях, да, и как бы город и область приняли решение взять их на свое собственное обеспечение, то упал объем, и некоторые заведения, которые захотели открыться, открылись, и просто нет нужды сейчас
Зрозуміло. Работать всем вместе. Плюс сейчас эти 17 ресторанов, мы тоже, как бы, есть дни, когда, допустим, там, во вторник у нас выходной у смены, там, в четверг выходной у микстуры. То есть мы так же самое в графиках ежедневных порций, развозок и так далее балансируем командами, чтобы команды тоже отдохнули, потому что, честно говоря, на 50-й день войны все уже почувствовали необходимость сна и отдыха. На территории Модерны работает две команды. Это команда Руслана, команда Модерны и команда Евгения, это команда паба «Три ноги». Они сплотились в момент ситуации войны, да, и таким образом менеджерят два заведения, одну кухню, для того, чтобы давать в том числе отдыхать своим командам. Пане Руслан, розкажіть, будь ласка, про вашу команду, про те, як починали, і наразі про ситуацію на зараз. Да, Настя начала, что действительно 24 числа, несмотря на такое, что нагнеталась эта информация, для всех это был шок. И 25-го уже были мысли о том, что нужно делать, чтобы быть полезным. И я позвонил Насте, и 26-го мы уже увиделись в Бруксе, где был временный штаб, откуда он переехал туда, к нам в Модерну. И мы за 4 дня до войны, начала войны, свернули проект «Модерна», потому что мы решили его сделать более меньшим в масштабах, сделать несколько небольших заведений, и поэтому остановили все. Несколько поваров в виде костяка мы подвесили под открытие этих проектов. И когда все началось, я позвонил ребятам и говорю, что есть необходимость, нужно работать, готовить, но денег нет, будем готовить и работать за еду. Вы готовы? И четверо поваров сказали, да, мы готовы. И месяц они приезжали и работали просто. Это была их инициатива, не ожидая ничего. Вот я оплачивал им проезд, и мы готовили, и действительно работали за еду. И в кухне «Модерны», так как это большой проект, она объединила вначале несколько заведений. И сейчас мы действительно работаем двумя командами, это из трех ног ребят и из «Модерны». А до этого еще было одно заведение, это «Кои», которое тоже вот, повара из «Кои», «Модерны» и трех ног. Вот. И, конечно, это очень поражало и вдохновляло, это чувство причастия и личной инициативы, и вовлечения, когда никто ничего не спрашивал, а была только задача, что делать. И люди приходили, чтобы накрывать 1000 порций, как мы накрываем в день в «Модерне». У нас же нет персонала, ни штата в виде официантов или каких-либо других сотрудников, то проект начал привлекать людей, которые приходили и становились волонтерами, которые говорили, что делать, упаковывать, сервировать, развозить. И иногда это очень трогательно, это действительно хватало там самые глубочайшие струны души, как люди объединялись и становились, и стали действительно там единой семьей в борьбе за дело. И Днепр действительно он трансформировался, он искал свою роль в этом всем происходящем. И он стал хабом и таким местом, где люди, бежавшие от трагедии, могут отдышаться и побыть часы, дни, кто-то на дольше. И то, что благодаря инициативе вот, волонтерского объединения сейчас при поддержке World Central Kitchen, мы можем помогать для этим людям как-то адаптироваться и выходить из состояния, потому что мы общались в первые дни, вторые дни пребывания людей, которые выехали через коридоры из Мариуполя, и это страшно. Люди потеряли все, и это очень большая трагедия. Пане Руслан, щодо вашого закладу, чи наразі він функціонує так, тобто, чи вдається його поєднувати з бізнесом, аби хоча б ну, якусь зарплатню платити персоналу? Да, мы, как говорила Настя, мы же закрыли проект. И когда возникла данная инициатива, я обратился к арендодателям с тем, что не против ли фабрика,
что мы начнем работать и кормить. И фабрика сказала, что мы вас поддержим всячески. Они не берут с нас арендную плату, и первый месяц мы не брали коммунальные. Вот, это была поддержка такая с их стороны. Так, и мы параллельно, так как работает оборудование, есть возможность сесть окна, мы решили работать take-away to go, запустить изготовление пиццы. И работаем сейчас на вынос, и это тоже небольшое подспорье для того штата, который сейчас в строю. Мы зарабатываем и деньги тратим на оплату их труда и продукты. Пані Натасі, як складно було знайти, так зв'язатися з американським фондом, і чи вистачає зараз для діяльності фонду його підтримки, і якою підтримкою наразі ще шукаєте? На каком-то этапе, недели, наверное, на второй войны, я поняла, что ресурсов и донейшенов нам хватит на неделю. Я четко понимала, как растут объемы, и мы с командой, с моей, постоянно думали, а где же нам найти много еды. То есть мы сначала мыслили тем, что нам нужна бесплатная еда. Получив бесплатную еду, я поняла, что бесплатной еды недостаточно, и бесплатная еда заканчивается, и нам нужно постоянное регулярное финансирование. И мы начали писать письма в разные организации, посольства, фонды, от Красного Креста, заканчивая частными какими-то организациями. А знакомство с World Central Kitchen произошло, на самом деле, абсолютно случайно. Аня Зеленохат, часть нашей команды, поехала во Львов, и там увидела логотипы World Central Kitchen на вокзале, который кормит людей. Подошла и познакомилась с ребятами, которые работают. И оказалось, что руководитель, один из руководителей фонда в Украине, наш давний знакомый, коллега Антон Садыков, он тоже занимался до войны, как и мы, маркетинг-бизнесом, ивент-бизнесом, днепропетровчанин в прошлом. В общем, Антона я знаю очень много лет, и я просто взяла и позвонила ему. Собственно, так все и вышло. Абсолютно случайно. И, во-первых, фонд заинтересован и нацелен был в партнерстве в Днепропетровске. Во-вторых, у нас уже был какой-то личный контакт, знакомство и первый срез доверия к друг другу. И я рассказала о всем том, что мы делаем. Фонд как раз искал партнеров в Днепре. А мы не просто партнер, мы крупный партнер. Мы сразу не один ресторан, а 17 ресторанов. То есть мы сразу работающая некая модель. И поэтому мы начали общаться, подписали в течение нескольких дней буквально контракт, договор и начали работать уже с американским фондом, который по сей день поддерживает нас, и с которым мы там параллельно пробуем запускать еще проекты, связанные не только с горячим питанием, которое в формате take-away развозится по Днепропетровску, а еще и проект гуманитарной поддержки и гуманитарных пакетов продуктовых. В наших планах сейчас 60 тысяч продуктовых пакетов ежемесячно, которые мы будем отвозить в область. В эту субботу мы отвезли 1000 продуктовых пакетов в Лозовую, в Павлоград. На прошлой неделе 1000 продуктовых пакетов была отвезена в Синельниково. Собственно, в области, в селах, в разных городах Днепропетровской области есть много переселенцев, которых мы не можем обеспечить горячим обедом каждый день, потому что это логистика, это транспорт, и у которых есть возможность, живя в маленьких громадах, готовить себе самостоятельно. Поэтому сейчас, на данном этапе, мы активно работаем над становлением этого проекта. Этот проект успешно реализован в Киеве, уже и во Львове. Днепр – третий город, который покроет область. Вот. И, собственно, это продуктовый пакет, в котором есть все необходимое для семьи на неделю. Также мы сегодня запустили еще один проект волонтерского объединения «Перемога» под названием «Гостинний обід». Это тоже уникальный проект для города Днепропетровска сейчас. У нас есть задача несколько социализировать беженцев, которые остались здесь и которые не уехали, и которых мы видим каждый день и общаемся с ними в распределительных центрах, в шелтерах, и понимаем, что, собственно, ничего кроме нашего обеда и шелтера они не видят, и мы хотим, чтобы эти люди выходили на улицу, поднимали глаза, наполнялись
насколько это возможно, положительными какими-то эмоциями, впечатлениями, чтобы у этих людей оставалась возможность иметь какой-то семейный праздник для себя. Поэтому у нас есть ряд заведений, которые стали участниками этого проекта. 16. Переселенцы могут прийти. 16 ресторанов. Переселенцы могут прийти в один из этих ресторанов по определенной, по Google карте, и по меню заказать обед и пообедать в самом ресторане, или поужинать, или позавтракать. Где-то съесть пиццу, где-то съесть десерт с кофе, где-то съесть азиатскую еду. То есть мы теперь готовим для переселенцев не только базовый комплект, гарнир, салат, второе, который они получают каждый день в одноразовой упаковке, а и они имеют возможность прийти и провести время в ресторане рядом с другими днепропетровчанами и ощутить этот вайб, дух Днепропетровска, который, мне кажется, сейчас похож на Вену посреди дождливой Европы, и пытается жить и работать, несмотря ни на что. Скажи, пожалуйста, что потримати такий гостинний обід, потрібно предоставити так довідку внутрішньої переміщеної особи? Да. Офіціанту. Достаточно, да, прийти, показати свідчення внутрішньої переміщеного переселенця, либо же прописку, либо же дію, либо же ми сейчас всі вихідні розвозили по шелтерам талони, флайера информационные. В шелтерах переселенцам уже в Днепропетровске выдают эти информационные флайера, плюс мы уже везде запостили это в наших соцсетях, либо человек приходит с этим флайером, либо просто с довідкою переселенця. Этого достаточно. Во всех 16 ресторанах рестораторы уже ждут. Сегодня уже працює? Да, сегодня первый день. Класс. Круто. Вот. У нас... Лучше мы убрали эфир. Да, у нас прошлая неделя была... мощна на новости, это запуск гуманитарной миссии продуктовых пакетов, это гостинний обід, и на прошлой неделе мы официально зарегистрировали благотворительный фонд «Перемога Украина», и теперь команда волонтерів Дніпра – это не просто брендинг волонтерской организации, да, а теперь мы официально благотворительный фонд и можем по закону Украины совершать различные гуманитарные миссии в рамках нашей страны. Також хочеться почути про потреби, яких наразі партнерів шукаєте, виробників чого, ну, або ви, або пан Руслан розкаже. Касаємо партнерів, не будемо скромничати, приймаємо будь-яку допомогу. Во-первых, ми нуждаємося, звісно ж, в фінансуванні і в деньгах. Ми збираємо донейшени і на наш благотворительний фонд, і на наші юрлица і фізлица. Собирали, пока не было еще фонда. Мы нуждаемся в деньгах, потому что для того, чтобы обеспечивать работу, мы должны иметь возможность покрывать все нужды. Иногда это лекарства, иногда это одежда, иногда это продукты питания. И в формате сотрудничества с World Central Kitchen, World Central Kitchen помогает нам решать вопросы, связанные с продуктами питания. Но волонтерское объединение «Перемога» занимается уже не только едой, обрабатывает огромное количество заявок, что мы только не покупали уже, и машины, и запчасти, и одежды, и лечили детей, у которых сейчас есть проблемы, да, с финансированием, еще довоенных проблем онкологических и так далее. Поэтому все, кто нам доверяют, мы открыты, мы активно и публично показываем всю нашу работу в наших страницах социальных сетей Facebook, Instagram, активно ведем Telegram-канал. В принципе, мы довольно публичная уже организация, и в первую очередь мы, конечно же, нуждаемся в финансировании и сотрудничестве с любыми другими благотворительными организациями, фондами мировыми, которые готовы поддержать нас в том, чтобы мы могли и дальше помогать огромному количеству беженцев, живущих в нашей области, не только едой, а и другими их нуждами, а у некоторых даже нет телефона. Поэтому мы постоянно, точечно пытаемся решать какие-то вопросы, мы бы могли решать их больше, но, к сожалению, у нас катастрофически нет финансирования для того, чтобы решать глобально какие-то еще вопросы. Это первое. Второе, мы на данном этапе нуждаемся в бензине. Если кто-нибудь может нам помочь, и мы как благотворительный фонд «Перемога Украина» могли бы подписать какие-то прямые договора с нашим государством, областью, городом или компаниями, продающими бензин, ОКО, Юкон и так далее, пожалуйста, услышьте нас, нам очень нужен бензин, если у нас не будет возможности покупать бензин. Я знаю, что у города и области есть возможность покупать бензин,
У нас нет возможности купить бензин, у нас нет бензина, нет продуктов, которые могут к нам доехать, нет порции горячей еды, которые могут доехать до наших переселенцев. Поэтому сейчас горячая проблема – это бензин. И вторая горячая проблема – это, конечно же, производители продуктов питания. Нам нужно покупать очень много продуктов питания. Это и мука, и макароны, и томатная паста, и консервы, и каши. И такой объем сложно купить. Я дякую вам. На жаль, ефірний час у нас скінчився. Всі активні сторінки ми додамо сьогодні в статтю на сайті Open News. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Анастасія Логутенко, засновниця команди волонтерів «Перемога», та Руслан Боряк, член команди волонтерів «Перемога», та також представник закладу «Модерна». З вами була Анна Грабунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.